А на базе БГУ создан Центр научных компетенций и коммуникаций. Новый интернет-портал содержит актуальную информацию в сфере науки, которая поможет молодым ученым в подготовке научных публикаций и продвижении их на международной арене. На новом сайте можно получить профессиональную научную консультацию, своим опытом поделятся эксперты ведущего вуза страны. По словам специалистов, научный медиа-центр придаст дополнительный импульс публикационной активности наших ученых. К слову, это один из наиболее важных критериев оценки университетов в международных рейтингах. Это сайт, на котором собраны информация о том, какие есть наукометрические показатели, в каких журналах следует публиковаться в первую очередь, как правильно цитировать свои собственные работы, цитировать работы других, для того, чтобы получить ответ на простой вопрос, как сделать так, чтобы вас читали как ученого, на вас ссылались. Символично, в год науки в Белгиус университете впервые создан научно-популярный интернет-журнал Universcience. В издании публикуются репортажи и интервью, позволяющие максимально полно и в то же время просто раскрыть суть научных разработок, которыми занимаются ученые БГУ.